Если пневматический мешок, он возвращается быстрее назад, и вы сможете работать эту комбинаторику уже гораздо быстрее. То есть несли удар. Пам-пам! Пам-пам! Эта комбинаторика может отрабатываться в двух вариациях. Первое, когда вы в динамике работаете, то есть делаете на противника выпад, то есть стояли, сделали выпад. Второе, когда вы работаете уже на той дистанции, когда вы его легко достаете, то есть прям с места. В этом случае ноги работают по-разному. Если в первом случае вы делаете выпад левой ногой, если бьете правой, пам, то назад отшагиваете сначала правой, потом оттаскиваете левую. Если же вы бьете прямо с места, пам, то когда вы будете назад дистанцию разрывать, вы просто отшагнете назад правой ногой. То есть пам, все. Если же бьете с выпадом, пам, видите, мешок возвращается, то вы должны шагнуть правой ногой, а потом подтащить к себе левую. Понятно, да? Причем сама постановка приема, то есть левая рука в мешок бьет тогда, когда вы ставите на землю правую ногу. То есть раз, и только потом, когда вы руку подтаскиваете, вы подтаскиваете ее одновременно с левой ногой. И все, и вы разорвали дистанцию. Итак, посмотрим. С работы с места. Обязательно не забывайте маневры, да? То есть, пам! Обязательно смещение назад. Пам! Не прям вот так вот. Со смещением. Пам! Все, вот была голова. Вот вы сместили. Ушли с этой зоны. То есть и по высоте. Потому что боковой может противника быть удар. Боковой может быть удар противника. Вы хоть и по высоте. И в сторону, потому что удар прямой может быть. То есть несколько защит. Понятно. То есть несколько косей, плоскостей вас защищают. Изменение в пространстве должно быть самым таковым, чтобы ни по одной типичной траектории вашу голову нельзя было самозацепить. Она должна поменять и плоскость, и ось. Если противник будет атаковать, снизу контратаковать, то вы разорвали дистанцию. Удар пройдет как бы ближе, да, перед головой. Разорвали дистанцию, удар пройдет здесь. Если боковой он будет бить, вы сели вниз, причем на целую голову. И если будет бить он прямой, то вы сместились в сторону от прямого, в сторону от бокового, вниз от удара снизу, вы ушли назад. Все, обязательно перемещение, как-то блажение. Смотрите, вы не должны стоять вот так. Вас на эту дистанцию никто не пустит, если вы только подошли так. Ты чё там? Это не зона комфорта. Противник вас сам куда-то так. Вот зона комфорта. То есть вы стоите на той дистанции. Как обычно на этой дистанции будет мне стоять сам человек, он меня беседовать на эту дистанцию подпустит. Зона комфорта. Вытянутые руки. Начусь. Но если я делаю чпорт плеча, то я заношу руку, видите, как далеко. Если я еще полуоборотка стою, я заношу уже до локтя почти. Хотя нахожусь в зоне комфорта. Вот у нас отсюда, кажется, сам удар. Тогда удар будет действительно сильный. И уход. Теперь на выпаде. Зона больше. Либо это делается на динамике, то есть вы движетесь, уже близко находитесь, шаг, несли удар. Либо дистанция просто большая, один человек стоит, два, вы разговариваете, делаете выпад, то есть вниз подседаете и вот вперед.
Другую руку к голове подносим, чтобы она сразу была готова действовать. Приход. Таким образом работает с этой техникой. Осваивайте. Потом переходите на растяжку, чтобы мешок возвращался быстрее. Чтобы его ударили. Пам, и тут же был контратак. Пам-пам. 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 Понятно. Спасибо.